Всем привет еще раз. Вот мы находимся в светофоре на Артемовская 55. Есть трусики, подгузники детские. Вот такие вот. Поло. Мужские брюки, платье женское. Все как обычно в таком хаосе лежит, в беспорядке. Так, полотенца бумажные есть в продаже, двухслойные. В комплекте одна штука. Детская одежда. Тоже есть наличие. В продаже есть вот такие диско-шары. У нас есть такой дома. Работает до сих пор. Ну, звучание, конечно, не очень. Но как бюджетный вариант неплохо. Вот есть ночник вот такой вот. Ночник-проектор 399,90. Сильно гудят холодильники. Так, это уже мужские какие-то товары. Это яйца выложил. Идем к холодильнику. Вообще заморозка вот в светофоре. Здесь, в принципе, все такое, что мы, по-моему, ни разу не брали. Вот есть какие-то грибочки. Грибная смесь 259,90. То есть вот смотрите. Пельмени здесь не советую брать. Ну, на мой вкус, один вид пельменей невкусный был. Куриное бедро. Здесь, кстати, небольшая цена. Есть крылья. Выглядит все это так. Ну, конечно, скорее всего, что здесь будет очень большая фасовка. Вот, а 400 с лишним рублей. Это много. Также есть грудка куриная. Кстати, довольно-таки не очень дорогая. Насколько я помню, что в Маяке она стоит дороже. Дальше. Вот какие-то пельмени. Такие мы не брали. Лично из того, что пробовали мы, по-моему, вот такие. Нам они не понравились. Кстати, вот этот осетинский пирог довольно неплохой. Цены на него я не вижу. Вот, наверное, по 35 рублей что-то висит. Есть мороженое. Мороженое Кит-Кат. И Альпен Гольд. По стоимости они были раньше по 40 с лишним рублей, по-моему. Также в продаже есть вот такое мороженое. 48 копеек. Есть вот такое свиное рагу. По-домашнему. 98,90. Камера плохо фокусируется. Вот такой пакетик.